Привет всем, сейчас поговорим о драматической истории под названием «На самом деле вы свободны», съемки которого идут полным ходом, и летом 2022 года мы увидим премьеру сериала. На главные роли утверждены такие актеры: Денис Чикыр в роли Бельгин и Бади Ишджил в роли Берны. Сериал снят по книге турецкого писателя Дугуасана. Бельгин и Берна – совершенно разные по характеру, но все же их связывает многолетняя дружба, которая однажды оказывается в серьезной опасности. И причина не только в красивом мужчине, но и в нормах жизни, которым героиням приходилось следовать много лет в ущерб себе, но под давлением общественности. Берна и Бельгин – абсолютно разные. Одна серьезная бизнес-леди, которая страдает от одиночества и мечтает найти любовь всей своей жизни. Вторая, наоборот, имеет супруга и детей, занимается ведением домашнего хозяйства и страдает от отсутствия самореализации. Однажды подруги решают кардинально изменить свою жизнь, но они даже и не подозревали, к каким последствиям это может привести. Создатели этого сериала утвердили очень профессиональный и круто актерский состав. Многие из них уже имеют роли, которые им принесли успех и славу. Познакомьтесь с этими талантливыми людьми. Денис Чакыр. Бади Ишджил. Алиджан Юджесай. Бурак Имандьюр. Сайгын Сайсал. Бергджан Кат. Джерин Ташджи. Серген Девиджи, Эджрин Волкар, Перехан Саваш, Аслы Ичозин, Нурхан Озинин, Нукхейдуру, Зухалял Джай. Как вам такой состав? Лично я думаю, что все очень хорошенький и сериал получится просто бомба. Желаю, чтобы у сериала «На самом деле вы свободны» были высокие рейтинги и много зрителей.